Более 400 работ различного направления на областной выставке инновационного и технического творчества. Это лишь малая часть того, на что способны школьники и учащиеся Гродненщины. Выставка – это областной финал, лучшее, что сегодня могут предложить молодые и даже совсем юные разработчики. Но бывает так, что на создание какого-либо изобретения сподвигает ребят не всегда вдохновение, а необходимость и желание учиться. Так получилось с разработкой учащихся Гродненского электротехнического колледжа. Автомобиль в разрезе, который позволяет будущим автомастерам изучать внутренности машин и принципы их работы. На современном автомобиле сейчас уже до 80 блоков управления, поэтому необходимо читать и работать с электроникой. Ресурсные центры в Гродненской области пока не существуют, ресурсные центры по автомобильным технологиям, так как на это необходимы большие средства. Мы в рамках учебного заведения смогли подобрать более дешевые аналоги, но которые позволяют понять принцип работы с диагностическим оборудованием. На выставке представлены разработки в самых разных номинациях – электроника, радио, робототехника, строительство и сельское хозяйство. Модели машин, ракет, действующие, стоит отметить, созданы руками совсем маленьких конструкторов региона, учащихся начальных классов. Но если с инновациями в технической сфере все более-менее понятно и очевидно, то областная выставка может удивить тем, как и какие инновации предлагают внедрять молодые специалисты в творчество, декор, дизайн и интерьер. Картины, поделки, предметы интерьера и обихода. Все представленное на выставке создано неочевидными способами и материалами. Мы работаем в кружке, в колледже технологическом. Придумали разработать что-то связанное с вспомогательным материалом. Это наши ветки деревянные, вот напольная ваза из деревянных веток, одновременно светильник в том же стиле, ваза для фруктов, картина. Здесь представлены работы учащихся 19 учреждений профессионально-технического образования, 11 – среднего специального и 19 учреждений дополнительного образования. Более 400 работ. Эти цифры свидетельствуют о том, что сегодня ребята, от первоклассников до учащихся колледжей, интересуются чем-то помимо учебы и успешно реализуют свой новаторский потенциал. Выставка проводится ежегодно, нацелена на одно – на раскрытие талантов, возможностей, способностей ребят, а те, кто пока еще не знают, что у них есть эти таланты, чтобы посмотрели, и у них зародилась идея заняться чем-то нужным, полезным, и если вы видели наши экспонаты, то очень-очень красивым. На этой выставке лауреаты районных этапов. Она длится уже почти месяц, и по ее результатам самые интересные и нетривиальные решения и разработки отправятся на республиканский, финальный этап. И у Гродненской области, как и всегда, есть все шансы быть среди лидеров. Иланта Будила, Гаджан Батырджанов. Новости Гродно+.